Привет! Вы на канале Modek.net, и у нас новый кубичек поиграться и удивить друзей. Он жмякается и меняет выражение лица. А главное, что для него не нужны металлические пружины. Только бумага, кусочек картона, маркеры и немного клея. Показываем, как сделать. Расчерчиваем или печатаем схему с нашего сайта. Начинаем оформлять верхнюю крышку. На короткой части рисуем однобокую ухмылку с торчащими зубами. Намечаем глазки и нос. Внутри глаза прорисовывать не нужно. Обводим контуры. Я ввожу маркером, но ты можешь использовать лайнер, черную ручку или карандаш. Щечку обвожу красной ручкой. Карандашный набросок стираем, он нам больше не понадобится. Нам нужно создать фактуру губки. У него по всему телу ямочки. Рисуем их овальчиками разного размера. Обрати внимание, что овальчики расположены в разном направлении. Коричневым закрашиваем линию брюк. Тонируем всю детальку светло-желтым цветом. Если у тебя такие же маркеры, как у нас, то бери номера 48 для пятнышек, 163 для общего фона, 175 цветом добавляем теней. Переходим ко второй детальке. Центральная часть после сборки будет внизу. Рисуем на ней подошвы ботинок. Спереди отмечаем линию рубашки, рисуем галстук и воротник. С остальных трех сторон тоже намечаем контур рубашки и брюк. По бокам рисуем рукава и ручки спанч-боба. Обводим контуры черным цветом. Тонируем ботинки темно-серым. Снова стираем лишние линии. Место, где заканчивается рубашка, делаем зеленым цветом. Пунктирчик по всему периметру брюк. Ура! Раскрашиваем! Брюки коричневого цвета. Закрашиваем по бокам. Аккуратненько, не залезай на рубашку. И всю нижнюю часть. Снова рисуем пятнышки зеленого цвета. Тонируем желтым три стороны. Переднюю оставляем белой. Немного теней. Вырезаем обе детальки. По пунктирным линиям сгибаем все стороны и клапаны для склеивания. Хорошенько прожимаем, чтобы кубичек у нас был ровненький. Вторую детальку тоже нужно согнуть по пунктирным линиям. Еще немножко осталось. Наносим клей на клапаны и склеиваем стороны. Делай, как показано в видео. Это просто.
с нижней деталькой справились. Вот такая она получилась. Теперь соберем верхнюю детальку. У нас в TikTok еще больше видео с разными антистрессами и жмякалками. Все они собраны в плейлисте «Антистресс», чтобы вам было удобнее искать и выбирать. Хорошенько проклеиваю все клапаны, чтобы коробочка потом не развалилась. Из картона вырезаем детальку, складываем, как показано в видео. Вкладываем нашу пружину в нижнюю часть жмякалки, сверху надеваем вторую часть. В разжатом состоянии рисуем зрачки и ротик. Теперь сжимаем и рисуем второе выражение лица. Поднятая бровь и глазки в сторону. Обводим и раскрашиваем. Мы стараемся для вас и сделали схемы с размерами. Ты можешь их распечатать или перечертить. Ссылку оставим в описании, чтобы тебе не пришлось бегать и искать. Ты можешь нарисовать любого персонажа, не обязательно Спанч Боба. Можно вместо него сделать Спайка из Бравл Старс, например. Или какого-то персонажа из Майнкрафт, Роблокс. Фантазируй! Надеваем верхнюю крышку. Так, залезай. Проверяем, чтобы все жмякалось и совпадало. Чтобы глаза не вылезали за пределы. И все готово. Остается удивить друзей.